рассказать что-то по-английски? Давай. По-английски нихуя не рассказывай. Так все понятно. So this is my dog and my country. My way of living. Do it my way. Thirteen dogs and one like this. Я аккуратненько. А, против солнца облом, конечно. А там вручную, да, фокус? Да, фокус вручную, но там сейчас повисает, там много тяжело. Опасно, опасно. Но это не так интересно, вот. Ну да, я понимаю. Ну, ладно ж. Красотища. Мы же тогда здесь с Аленкой катались. В принципе, снега было мало, а река вся была замерзшая полностью. Ты знаешь, так вот по реке можно дойти хер знает куда вообще. До Талженки можно дойти легко просто. Что? Ой, не до Талженки, а до Поведи. Там же, собственно, только зеленые нивы, единственный населенный пункт, который и то там не торчит никак у реки. Ну там ни живности, ни огородов, ничего нету, ни собак, никого. А вот это. Собак, там только особенность в том, что имею в виду, что вся та территория, эти какие-то угодья, походу, охотничьи. И там как бы дичь такая. Что, колбасер? Мы сейчас постоим? Ну да, пора уже. А что не команда какая-нибудь? Да есть. А, сейчас хорошо, как мягко. Ну, я понимаешь, я среагирую, а просто они на меня, конечно, могут среагировать. А давай я сейчас тебя сниму немножко со стороны. Да? Ну, ладно. Ну, стартуйте, я запрыгну. Ah!
Что там вообще повидишь? Ну да. Так, ну что? У них есть такой момент, они все морды поворачивают, удивительно. Ну что, поехали. Так, аккуратно, камеру там ты возьмешь. Давай. Я его поднимаю, он без шейника. Вообще, вот просто улетнейший кадр. Там как бы диафрагма стоит, поэтому резко будет сильная. Так, давай.